Уже запланирована расчистка русла реки Анапки в районе станицы Анапской. В муниципалитете действует программа по содержанию ливневых коллекторов. Помимо этого, предлагается составить список всей техники, которую можно использовать для ликвидации последствий подтоплений, создав своеобразные мобилизационные мощности. Действовать предлагается, в том числе опираясь на личные контакты. Специальные мотопомпы, которыми можно откачивать воду из подвалов, есть у водоканала. Помимо этого, поступило предложение приобрести собственные. Цена вопроса порядка 200 000 рублей. Закупить 3-4-5 там мотопомп для того, чтобы откачивать, и в том числе, потому что в сельских округах основная проблема после этих паводков — это подтопление погребов, подтопление подвалов и так далее. Один раз средства затратить, на дежурство их поставить, по примеру коммунальщика, они могут работать.